Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы в общем продолжаем проходить игру Mass Effect 2. Так, думаю, сегодня еще запишу одну серию, так чтобы, в общем-то, нормально все зашить. Так, прокачаем-ка немножко умения, какие имеются здесь, пока что доступны. Так, броня, что у нас броня, травматический модуль можно прокачать. Снаружи здоровье, так, это тоже понадобится. Так, прототипы, что у нас там особенно, жесткое крепление кожи. Ваш уровень здоровья возрастает на 10%. О, это очень пригодится. Здоровье увеличить. Очень. Так, и все пока что, да? Все пока что. Так, Морти нам ничего не скажет? Нет. Думал, что-нибудь держит, скажет. Нет, не будет. Что ж, тогда мы отправимся сейчас дальше обследовать систему. Так, нет, че? Нет. Угу. И слава богу, что нет сообщений. Так, отправляемся. Так, вот эту систему полностью изучили. Выполнение действия DLC полностью властелин или Overworld по-английски. И отправляемся, в общем, теперь сюда освоясь. Так, эта система у нас полностью изучена. Полностью. Вот это скопление Феникса. На 100%. Так, где у нас трансцентр интереса? Я сейчас мингал. Топлива еще не хватит. До трансцентра добраться. Не хватило. Сейчас будет подзарядиться немножко топливом. Так, ты еще теперь наш, в общем-то, как там называется, забужем. Штуки там, которые мы кидаем для того, чтобы добыть полезный скопаемый. Так, все, и с этой стималостью нам закончено полностью. Так, здесь тоже пока что на скиз может появиться. Так, здесь пока что же. Точнее, контрабандный товар, но пока что потом выполняю за DLC. Покрачай, прокачай побольше своих героев, а там ёпта больше наберу, уровня больше наберу. Так, помочь заюду, полететь пламени Розали, можно, конечно. Так, то конечно, дополнительный квест еще позже пополнять. Не такие же большие, потом забивать, потом уже завербовать Крогана. Потом уже на стадере отправиться. Да, я думаю, так этим займусь сейчас. Обследуем тогда систему, эту Полину. Скудные. Так, это плохо. Хотя, чуть не знаю, может большой быть запас-то. Нет, есть большие, но все равно не то. Слишком скудные. Не будем так уж прям до конца их тратить. Метапонто. Тоже скудный. Хотя есть небольшой так-то запас палладия, но спешать полностью точно не буду. Только богатый будем три, в общем-то, использовать. Как называется, это зонда этих. Так, дальше. Так, еще три планетки. Викио. Так, видимо, здесь нету никакого квеста сюжета дополнительного. Но зато богатые запасы полезных ископаемых. Что ж, будем искать его. Отлично. Все вообще пригодится, думаю. Максимум 3 зонда, думаю, использую. Так, отлично. На богатых, а на скудных всего лишь один. Пепини. А, лепини, точнее. Не пини. Скудные. Надо один используем. Вот здесь, например. Наполняю запас палладий. Так, теперь последняя планета. Валтурно. Тоже где нет никаких квестов дополнительных. Но крупный запас зато. О, отлично. Здесь тоже большой запас. Ой, здесь еще. Отлично, пока хватит.
Я так почти большинство прокачал почти все, что есть. Так, все 100%. Так, отправляемся дальше, следующую систему какую. Хотя уж можно повесить пламя и выполнить квест. Что ли, помочь заеду, хотя тоже. Ладно, в Элисту систему отправимся. Элиста. Называется так она. Так, сколько всего 10 интересных планет? А вот как раз одна из них, Зиона. Хесана. Даже волосы его все дало откидеть. О, Африка скудная, но так и больше запас, конечно, есть. Палатин и паладий, что? Так, ладно, по одному, в общем, используем место на скудных. Не будем полностью тратить. Так, тоже 5 планет этим. Так и есть. Одна из них, в общем-то, есть дополнительный квест. Одной, точнее, из них. Так, Сирис планета. Так, здесь богатые на запасы. Так, здесь прузы. О, какое большое, офигеть. Скачок-то. Плавно иридия, прям куча. А, еще палади даже. Ой, здесь тоже одно. Используем. Зонд. Отлично, богатые стали. Так, следующая планета. Это у нас Одаст. Или нет, правильно все. Даже населена. Ух ты. Так, богатые. Отлично. Ну, сколько же у него уже палади, конечно, копилось. Не верите, сколько это тоже за 1000 сколько доберется. Да. Отлично. Отлично. Неплохо. Так, следующая планетка, и потом из нее направимся. Как раз получим этот, в общем-то, это как раз транспорт, который мы участвовали, который, в общем, мы управляли в предыдущей миссии Делусива, Эрлорд. Так, Мелиля, планета. Так, умеренная, значит, можно один. Сюда. Да, иридий платин прибавилось. Медленно можно и один. Хотя можно два сразу. Так, ну ладно, отправляемся на планету последнюю в этой системе. Это Зиона, повелитель пламени, там как раз находится от квеста. Или, точнее, повелитель пламени Розали. Так, богатые запасы. Так, поищем вначале ресурсы, поищем-ка. О, что-то есть. Что-то еще есть. Нет, мне кажется, это на него не очень. Что-то... этот чертов источник энергии. Вот. Он задавал мне печать просто. Мешая сосредоточиться. Нужна аномалия. Сканер не выявил наличие исследовательской машины молота и хранилища данных, в которых может содержаться информация о местонахождении доктора Кайшея и доктора Олоя. Я начал сканер после не запущу. Так, это еще один источник. О. Отлично. Иридия прибавим. Хотя так максимум, думаю. И платину уже достаточно. Так, черт, не то. Приземление, да. Найдем, в общем, машину и поищем все данные. Там, по-моему, ничего такого не будет. Даже ни с кем стрелять не нужно, не стрелять не нужно будет никого. Так, небольшая исследовательская миссия. Поиски, в общем, данных. Да, в общем, которые помогут нам найти эти двух доторов из сервера. Так, ну, как всегда, берем лучше, не знаю, Джек берем и Мордина. Джек не любитель сербера, и Мордина с доктор. Сларианец. Вспоминение, что прокачать, думаю, да, точно стоит. 0 очков. Пока тоже 0 очков, блин. Хинов очков не получаем. Так, Морди надо потом посмотреть, что у меня. Хотя, так, все нормально. С оружием.
Надежда такая тоже будет. Тоже что-то вроде DLC было добавлено отдельно. Как, в общем, тоже место крушения Нормандии. DLC Авелорд. Или Властелин лучше называть, конечно, правильно все-таки. Легче даже называть его. Властелин на DLC. Властелин гетов. Так, в общем, это как раз это место, да. Сейчас будем искать начало корабль. Что такое? А, это тут. Что ты говорил-то? Вот это что ли? Так, вон как раз вот груз находится, да, там. Молот этот как раз, это транспорт. Обойти защиту. Давайте обойдем. Чё не то? Ах! Попал. А, да-да-да-да. Чё, ладно, ещё раз попробуем. Все, отлично. Готово. В общем, смотрим ролик небольшой. Отлично. Так, он нас обучает, хотя я так и понял уже. DLC нас уже позже показали, как управлять. До этого, в общем, я играл в это прохождение, точнее, DLC проходил. Так, нажимаем правую клавишу мыши, собираем данные. Отлично. Данные собраны, ищем следующие данные. Так, вот они, кажется, показаны у нас. Убираемся наверх. Отлично. Так, следующее куда показывает? А, туда наверх. Расчищаем все пути, идем. Так, вот он. Теперь нужно наверх залезть будет. Как-нибудь. Смотрю-ка я внимательно. А, хотя. Да, вот красочки все показаны. Тихо, не сползай. Когда она залезть будет сейчас? Да нет, что-то так не получается. Так, блин, не получается залезть. Во, теперь вот так залезаем. Отлично. Так, следующий данный у нас там будет находиться. Где-то внизу находились, надо бы сейчас внизу, конечно. Начали все-таки отправимся сюда. Собрать здесь данные. Здесь, конечно, нам сложнее будет их сделать, поэтому уж в первую очередь это сделать здесь. Отлично. Так, сюда отправляемся. Почти мы все собрали уже. Отправляемся вниз. Вон здесь надо было собрать, да? А, нет. Так, и нет, не здесь. Куда же даже... забраться надо было. Где он вообще? Да чё-то. А, нет, туда. Туда. Надо разбираться. А, отлично. Ако. Блин, что-то неудобно, что-то не так. Так, надо быстрее, блин, пока.
Все, почти что все. Что-то не так, не за не так. Так, собираем данные снова. Так, все, готово, отлично. Можно тем самым таким образом завершать небольшую такую вот миссию. Вот такая вот интересная миссия, небольшая исследовательская. Все даже интересно. Разнообразие небольшое есть в игре. Хотя бы. Не только бои, в общем-то. Ну и такие вот небольшие миссии. Обследовать локации всякие. Собирать данные и тому подобное. В общем-то все. На этом миссия это заканчивается. Получаем опыт, кредиты. И, в общем-то, нашли данные, которые могут нам найти, в общем, тех двух ученых. И на этом, в общем, по-моему, эта миссия заканчивается. Хотя она, по-моему, не заканчивается она так-то, но часть миссии заканчивается, которая именно в этой системе. По-моему, дальше надо будет пройти уже в другую систему, искать другие данные. Сейчас посмотрим, где, в общем, дальше, куда надо дальше отправляться. Так, что мы здесь оказались? Ладно, сохранюсь тогда. Еще раз сохранюсь на всякий случай. Продолжим. Так, что у нас там дальше? Так, 100%. Ну да, здесь больше ничего нечего делать. Управляемся, можно уже управляться. Задание очень помочь Заиду. Так, первая будет миссия на лояльность. В этот раз мы поможем как раз вот своему новому напарнику, который у нас появился в результате DLC. Я, конечно, сначала думаю за топливо отправиться. Может не хватить топлива, просто обратно вернуться. Да, так и есть. Так, возвращаемся к топливному складу, подправим немножко топлива, плюс еще зондов прикупим. Да, мне 9 зондов осталось всего. И отправляемся уже к нашему следующей системе, Фая, которая называется. И там нас ожидает один квест помочь Заиду. В общем, такая небольшая миссия на лояльность первая. Пока что другие нас не хотят разговаривать и рассказывать все проблемы. Это все появится уже после одной из миссий там сюжетных. Которая пока что долговато. Пока что следуем по сети планеты и отправимся уже на эту миссию. Дополнительную следующую. Так, планета Хито. Почитаем очень на паузе. Так, скудные запасы. Ну, тогда можно один, что ли, собрать. О, что-то есть. Отлично. Один всего лишь, что используем на этой планете. Так, по ладе и рите прибавилось. Отлично. Так, что у нас там? 25. Значит, у нас примерно здесь всего лишь-то. Сколько планет-то? 4, наверное, планеты. И Майен, так, покрыта кратерами скала. Кора планеты содержит легкие металлы, но концентрация их недостаточно велика, чтобы начинать добычу. Так, богатый, вот, отлично. Отлично, первый зон используем из трех. Собираем иридий, максимум платину. Так, еще запасы большие палладий имеются. О, какие большие. Так, плюс еще другие тоже набрали, там иридий, платин. Так, еще один. Отлично, третий последний зон используем. Все. Да и нас так немало, конечно, элементов, что даже не на что пока их тратить. Так, что ж. Еще одна планетка где должна быть, да? Где-то внизу явно. Вот она, там не. Вот она. Вот эта планета. Называется она Ve-Antel. Так, здесь у меня тоже нет никаких квестов. Нет сюжетных, дополнительных, точнее. Так, богатые тоже запасы. Ох, отлично, как большое скопище. Полезно скопаем как-то. Нашли. Еще нашли, отлично. Ну мы так хватит. Ну что ж, отправляемся. Последнюю планету эта система, это называется у нас Заря планета. Как раз поможем, в общем, Заиду разобраться с его там с синими светилами. Узнаем еще, почему он там на них такую обиду затеял. Точнее, не на них, в общем, там на их лидера. Планета при этом очень красивая, конечно, вот. Столица Тун, население. Не знаю сколько, 148 миллионов что ли. Да, так и есть. Да, большая планета, конечно.
там, конечно, жалко, ее нельзя исследовать. По-моему, там запускать какие-то сканеры. Точнее, эти зонды. Думаю, могли, конечно, много полезных копаемых, думаю, найти. Хотя, может, они уже вся беспечерена, исследована полностью. Так, берем, конечно, Заида, да, Заида у нас это его же миссия. На лояльность. И, в общем, кого еще брать? Гарус нашего друга, думаю. Пригодится в этом бою против них светил. Он тоже, в общем, против них воевал-то. На Амиге. Так, вот так покачаем его наемник ветеран, может. Здоровье Заида и урон. Точно, вот как раз то, что надо. И наш пока очков нету. Это плохо. Так, Заиду может что-нибудь найти. Максимум. Да не так нормально, мне кажется, оружие. Ладно. Мне только поменять, конечно, вот эту пушку можешь поменять. Мне кажется, думаю, получше другую попробовать будет. Тоже лавину, хотя вряд ли. Договор излучать, что ли? Попробовать. Использовать в этой миссии. Немножко напоминает планету, конечно, этот остров и там в фильме Lost. Немножко напоминает. Не знаю, особенно этой башни, конечно. Вот. Не знаю, чем там. Хотя многие еще другие фильмы напоминают тоже. Красиво, конечно, очень красиво, блин, каркуду, что выглядит на дышке это Unreal Engine 3. Птички летают. Марико, знали, что мы сели. Ну да, точно. Так, сохранимся на всякий случай пока. Там это быстро. Какие-то трупы здесь. Включаем быстро защиту. Ох, Марика. Он как раз наш старый знакомый обезьянки. Масфик первый, как раз был там скилл, связанный с этим и с этой планетой, где там витали эти обезьянки. И нужно было найти там и зонт, по-моему, пропавший. Который, в общем, утащила одна из этих обезьян. Прикольная, конечно, миссия была очень интересная. А здесь они, конечно, еще красивее выглядят. Эти животные. Такие вот красивые же обезьянки с хвостиками. Да уж. Молодцы разработчики, конечно. Все-таки учли все свои ошибки. Так, он у нас там сохранился. Просто еще раз пройти, что там аж помер. Готов один. Ладно, не будем торопиться, в общем. А то нас просто заколошмать там со всех сторон. Молодец. Так, еще один готов. Куда-то прячешься, а? Черт. Что-то так я там еще стреляю с волчьим. Заморозить, конечно, не получилось. Так, куда они еще стреляют-то? Давай, влезай, давай. Промазал. Бля, тут еще стреляют, сволочи. Бля, пиздец. Сразу же пробил. Черт, роботы еще. Давай. От нас надо отходить. Черт, Гарус. Давай его. Шо ли вы нафиг? Черт, живой? Черт, Гарус. Как ты мог не подвести, а? Давай. Уходи отсюда. Готов, голубчик, так. Остался только там один гамик, стоящий из РПГ. Точнее, она. Так, у нее щиты, блин, нифига себе. Получи там. Сейчас, конечно, далека, так и можно стрелять, не получится. И поближе, думаю, подойти надо. Там, наверное, мы все с ним разобрались, а осталось только с ней.
Да, нет, конечно. Нет, двоих, черт. Готов, Игонюк. Черт, Гарус, Гарус. Готово, голубушка. Че, все меня забрались? Отлично. Так, что у нас такое? Блин, аптечка. Она понадобится нам теперь три штуки этих аптечек. Что наш напарников восстанавливать. Сами, в общем, придется. Сами наш конгировать, теперь же восстанавливаться, это при регенерации. Что по-своему даже плохо, мне кажется, аптечка все-таки лучше было. Да каждый раз на угле, в углу сидеть. Меньше. Мне кажется, не так динамично все идет. Неплохо. Так, пункт управления. Пункт управления мостиком. Красиво. Водопадик. Да уж. Прям, кстати, еще. I get the feeling you have a past with this Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid six of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We'd better get moving. Ну да, вот так вот наш, в общем-то, Заид оказался основателем этой группировки синих светил. Ну понятно, что знает. Мы уже игроков уже перестреляли просто. Как я мог не узнать, в общем-то, если их очень передовой отряд, который там был. Мы его перестреляли. Перестреляли просто как детишек каких-то. Хотя нет, они так тоже неплохие казались, неплохие бойцы. С ними так легко стало. Не удалось так легко спрятаться справиться. Снова ли что-то эти антенны ненавижу, уже сделал себе оверлорда. Эти антенны, черт. Так, вот кажется, уход в базу их. Таким образом. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Got near sight of an old friend. Burn, you son of a bitch. Что ты делаешь, а? А, что ты делаешь, а? Вот идиот, Оден, сумасшедший. Обычно людей уже угробит. Don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill Vito. Uh-huh. You're endangering lives and the mission for your own selfish revenge. You really want to do this, Shepard? I had to knock you the hell out. But thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Обычные люди, блин, идиот.
Хорошо, хотя мы угорелы по первое число. Патроны собираем, конечно же. Так, да, блин, весь завод просто горит, да, засранец, заед. Обычных людей потом еще при этом убьют. Так, ладно. Идем, в общем-то. These people die? Damn right I am. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. We're going in. I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we'd better get to it. Да. Не знаю, почему, где будет это делать вообще. Так, куда мне идти? Можно было, конечно, без этого взрыва, блин, все пройти, дальше пройти-то. Не, сумасшедший. Вместе ему для него, в общем-то, важнее. Так, ладно, взламываем эту дверь. Отлично, взломали. Идем сейчас спасать этих рабочих. Справить то, что натворил этот заед, чертов дерево. Да. Сдури, в общем, свои месть. За месть, в общем, готов убить мирных жителей, здесь, которые работают. Пиздец. Так, перенаправить топливо, отлично. Идем дальше. Все, блин, горит. Так, куда мы идти? Да погодите, не умрете, блин, черт подери. Спасем. Беги, бежим. Быстро. Надо переправить, в общем-то. Отключите все это. Чтобы не взорвалось. Черт, а. Здесь не пройти. Так, отключим дверь. Давай, давай, давай. This is valuable. Так, надо что-то устарить. Все. Кажется, все должно отключить. Отлично, все. Теперь можем за вида гоняться. Спасли, в общем, рабочих. Теперь все нормально там. Так, отлично, бегут. Уходит с, в общем, завода. Немножко напоминает миссию. В общем, помните, что в Mass Effect 1 как раз вот Андерсон говорил, в общем-то, насчет как раз случаем с Аароном, где, в общем-то, они там тоже накомали на заводе-то. Преследовали одного рабочего, точнее не рабочего, но ученого. То ли Сларианского, что ли. Я не помню, как у кого, в общем, Батарианского, что ли. Которого охраняли наемники. Которые охраняли, в общем-то, наемные рабочие. Чего и наемники, блин, батарианцы. Так, а ух ты, новоружье, отлично, надо взять его. А, это огнемет, в общем-то. Мы только мы можем его носить. Жалко. И, в общем, как раз там тоже, по-моему, заводка разорвали. Это Саран. Таким образом, как будто мы сейчас уподобляемся Сарану. Любым способом, в общем-то, уничтожаем нашего врага. Уничтожаем любым способом врага, даже готовы убить очень обычных людей. Просто похожий случай у меня. Конечно, гнемет неплохо, конечно, не очень неплохо. Да, неплохо, конечно, гнеметик у нас. Очень хорошее оружие, так, винта питания. Так, нам не тут дверь точно, да? А что у нас там? Нет ничего, никаких данных. А это вообще похоже, не знаю, немножко на вход в убежище 101, в общем, в Fallout 3. Не знаю, чем-то напоминает.
Хотя могу ошибаться. Сохраниться пока не дают, ладно. Так, а огнеметчик у нас появился, слава богу. Черт, не того попал, не того. Кажется, на бомбу убили все-таки, нет? Так, отлично, готов. Щит включаем. Готов, голубчик. Так, со стороны слышь, приперли. Молодцы. Так, конечно, зря вы туда поперлись. Так, щиты мы почти сняли этому гаду. Я сам главное не торопиться сейчас это. Говнюк, наверное, кажется, в сторону теперь пресса. Так и есть. Черт, надо их. Готов, голубчик, да? Сейчас он сам взорвется, мне кажется. А, так и есть, да. Сам взорвался. Так, давай кого. Молодец. Добьем его. Чё, пиздец, они там... Так, Гаррес, молодец. Молодцы, отлично справились. Как они это не будут тратить, все-таки он не бригадит сущно. Так, один готов. Остался огнеметчик? Нет, нет. Там их немало, конечно, этих говнюков. Так, отлично. Черт, сколько их там вообще поделись? Так, снова, блин, Заиду теперь убили. Надо огнеметом пары тратить уже. О, блин, ни хрена себе откинул. Мне не повезло, бедолаге, сгорело полностью. Да что ж так? Чё, бери! Чё, бери! Бери! Чё, меня не пода... Да что, бери, блин! Да что такое? Чё, меня не... Он сюда снова вперед. Надо переходить быстрее. Чё ты? А, не заеду, в общем-то, убили. Пиздец, да? Надо отступать. Блин, пора огнем применять, потому что мне один только. Да, блин, сколько их там, ё, просто они там бесконечно, что я понимаю. Чё за издевательство? Наконец-то, кажется, все готовы, надеюсь. Там осторожно здесь. Бежим быстро к тому ходу, собираем сейчас патроны. Они там снова приперлись, ё-просто. Та а, там, блин, чертов робот. Пиздец, а. Так, останавливаем быстро.
Чё, блин, меня зажали просто в угол, офигеть. Бежим. Надо быстрее отступать. Чё, пиздец. Сейчас мне просто пора... Объем этим паразит. Блин, какой толстый стрелят, откуда? Чё-то робот, что ли, блин? Так, надо быстро все собрать и... Да, здесь ничего нету. Я думаю, сейчас просто бежать, вот, все. Ко входу. Я просто побежал сейчас. Все, уходим, уходим просто. Надо с ним роботами не разбираться. О, Марик, попал. Ну, метки, блин, зараза. Все-таки попал, убил кого-то там. Да, и... Пиздец. Долетались, в общем, друзья. Ах, блин, ну, мой сумасшедший этот заед, офигеть просто. What the hell do you care? I'm fine. But come on, get me out of this shithole. I'm not sure I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing less. Now stop screwing around. Let's go. You put your own goals ahead of the mission. That's not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about it. You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You have a point. I'm not done with Vito. But I can put that behind me long enough to get your mission done. Let's get the hell out of here. Ну да, в общем-то все, на этом миссия заканчивается почти что. Фу, не так уж прям сложная миссия, конечно, казалось. Хотя там можно вообще было, наверное, здесь со всеми врагами разбираться, быстро побежать к выходу, возможно, ну ладно. Но все равно бы не получилось, так-то там мы просто перестреляли бы всех. Кажется, на пролом все-таки не перебежишь, нужно тактику обведенно. Такая ситуация подставлять. Убирательно. Ну что ж, в общем-то все, на этом заканчивается эта миссия. Получили опыта, очков. Прокачаем еще наших героев. Так, работники корпорации LDFL Эшланды были спасены, однако компании придется потратить огромные деньги на восстановление завода. Несмотря на то, что Вида сбежал, Заид кто-то подчиняется капитану и полностью сосредоточится на задании. Ну, в общем, да, так-то мы его задачу помогли ему, в общем-то, мы все, хотя бы частично в этом, его там, в общем-то, цели, который там преследовал. Так, Гранд Инферно получил, в общем, мини-шурон, видимо, что ли, так я понял. Но вид оружия получили, огнемет, хороший такой вид оружия. Должно же против робота пригодиться, надеюсь. Хотя бы, мне кажется, вряд ли. Так, ну ладно, уже выходим. Думаю, наверное, можно попробовать потом будет уже начать, наверное, проходить уже основную миссию, связанную уже с Кроганом, с этим Тамакиром. А на это пока что, наверное, все. Думаю, можно завершить на этом пока что серию эту, которая будет включать в себя, возможно, даже две эти миссии. А может, разделю, наверное, на две части, на две серии, то эти две миссии, возможно. В общем, это пока что все. С вами был Михаил. Будем, если я думаю, в следующих сериях моего прохождения игры Mass Effect 2. В этой серии, в общем-то, мы помогли Заиду и справились. В общем, мы поняли часть квеста, посвященного там поиску двух ученых. А на этом пока что все. В следующей серии отправимся уже, наверное, искать нового напарника. Вопрос еще Кроганакир. На этом пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока.